А вот в Кемерове, несмотря на морозы, осужденные вышли на улицы убирать снег. Те, кто впервые оказался за решеткой за кражу или невыплату алиментов, чистили пешеходные переходы и автобусные остановки. В общем, там, где технике было сложно пройти. На трудовые нагрузки и холод осужденные не жаловались. Ну, конечно, добровольно. То есть у нас заключается договор трудовой с администрацией. То есть, конечно, добровольно. На что надеетесь? Все-таки работает? Как поощрение вашей ситуации? Ну, конечно, соответственно. Без этого как? Если бы я бы на это не надеялся, я бы на данном отрезке времени здесь не находился бы. Трудились осужденные с 9 утра до 6 вечера с перерывом на обед. Впрочем, из-за холодов все-таки пришлось периодически работы прерывать. По мере необходимости, по заявкам, мы будем выделять то количество людей, которое потребуется. Ну, на сегодняшний день порядка 30 человек. Для устранения каких-то чрезвычайных ситуаций 60.